Концерт «Диалоги об искусстве» в Самарской филармонии проходит в необычном формате. Здесь музыка и живопись гармонично дополняют друг друга. У самарских зрителей есть уникальная возможность виртуально побывать в Эрмитаже, где находится одна из лучших коллекций Рембрандта. Подробно с творчеством художника самарцев знакомит экскурсовод Государственного музея Полина Сенькина. Очень приятно, что Эрмитаж использует разные способы взаимодействия для того, чтобы показать, что все вместе и не обязательно для этого быть в Санкт-Петербурге. После рассказа лектора звучит музыка, которая была написана по сюжетам Ветхого Завета. Музыканты исполнили еврейскую рапсодию «Соломон» Эрнеста Блоха, которая входит в репертуар всех величайших виолончелистов мира. И в такие моменты, когда прикасаешься к этой музыке, понимаешь, что музыка – это больше, чем музыка на самом деле. Она не вполне отдает себе отчет, какую большую роль играет она в нашей жизни, в нашей душе, и как она умеет нас настраивать. Также зрители смогли перенестись в залы античного искусства, с которых практически каждый посетитель начинает путешествие по Эрмитажу. Музыкальным сопровождением стали отрывки из балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Хочу отметить особенно дружественную обстановку этого замечательного концертного зала и удивительное тепло, исходящее от самарской публики. Петербургская публика холоднее, и ее заинтересовать, повести за собой, если можно так выразиться, гораздо, конечно, сложнее, чем здесь. И вот это вот тепло, исходящее от зала, твое взаимодействие с ним, оно необыкновенно. Диалоги об искусстве в Самарской филармонии продолжатся. По проекту «Дни Эрмитажа в Самаре» запланировано еще несколько концертов. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».